Подготовку «Химок» к осенне-зимнему пожароопасному периоду обсуждали на Калинина-4. Там состоялось заседание профильной комиссии. В октябре традиционно растет число пожаров в частном секторе. Заместитель руководителя администрации городского округа Химки по территориальной безопасности Владимир Щепотин напомнил, что особое внимание необходимо уделить категориям граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Именно их дома с наступлением холодного времени года чаще всего и горят. Основная причина – нарушение эксплуатации отопительных приборов. То есть начинают включаться электроприборы, обогревательные, прочее. Где-то не проверили, там коротнуло, там замкнуло и пошло-поехало. Необходимо вести с такими гражданами профилактическую работу, подчеркнул Щепотин. Чтобы пережить зиму с минимальными потерями, администрацией разработан проект о дополнительных мерах безопасности.